Бюро находок ищет. Паспорт и водительское удостоверение на имя Ахмедзянова Айрата Нафисовича утеряны 18 декабря, обещанного вознаграждения. Черную ключницу с ключами и пропуском на имя Юсупова Рената Фаниловича утеряны 21 декабря, обещанного вознаграждения. Сотовый телефон Samsung Galaxy S5 в коричневом чехле утерян 21 декабря в районе магазина Хаял по Гагарина, обещанного вознаграждения. Водительское удостоверение на имя Иванова Владислава Григорьевича, обещанного вознаграждения. Ключ от автомобиля BMW утерян в середине декабря в районе ТЦ АЯС, обещанного вознаграждения. Связка ключей от автомобиля Hyundai и Geely с брелоками и сигнализациями утеряна 10 декабря, обещанного вознаграждения. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням. Бюро находок имеется. Ключ от автомобиля Mitsubishi, найден 25 декабря в районе магазина Пальмира. Школьная карта на имя Росомахиной Юлии, найдена 21 декабря по Бызова 9. Собака-девочка черного цвета с белыми грудкой и носочками в коричневом ошейнике с оборванным красным поводком была сбита машиной на Джалиле 22 декабря. Собака мелкой породы, девочка рыжебелого окраса в курточке, найдена 19 декабря по Чебинской. Черная ключница с ремешком, найдена 16 декабря по Чебинской 7.